Привет, Бьянка! Косточка! Косточка! Спотти, это называется касса. Косточка! Хорошо, хорошо, косточка. Кто-то пришел. Спотти! Вот ты где! Смарта, мы как раз тебя ждем. Света, я собираюсь в гости к Маше и Бьянке. Мне нужен подарок для малышей. Ух ты, здорово! Проходи, мы обязательно что-нибудь подберем. Магазин игрушек открыт. Давай подарим Бьянке трансформера. Смотри, какая у него мощная броня. Он защитит Бьянку от всех неприятностей. Света, ты что? Он же напугает малышку. Да, об этом я не подумала. Давай подарим ей кукол. Смотри, какие красивые у них платья. Они точно никого не напугают. Нет, малыши в такое играть не будут. Это для девочек постарше. Например, для меня. Может быть, пэт-шоп? Здесь слишком много мелких деталей. Они могут навредить малышу. Нашла! Вот что тебе нужно. Мобиль для детской кроватки. Косточка! Ого, Света! А можно его распаковать? Конечно! Ух ты! Смотри! Здесь такие яркие игрушки. Лошадка, обезьянка и слоненок. Кроха их увидит и сразу же полюбит. Здорово!
что это за кнопочки? Если их нажать, то зазвучит музыка, под которую малышка будет засыпать. Спать захотелось. Спотти нравится, мы его берем. Отличный выбор! Бьянка будет в восторге! В честь рождения Бьянки магазин делает скидку! С тебя всего 200 копинаков! Ух ты! Здорово! Держи! 200. Все верно. Спасибо за покупку. Приходи ко мне еще. Это тебе спасибо, Света. Пока! Косточка. Передавай привет Маше и Бьянке. А у меня еще много покупателей. И ты заходи на канал Первый детский в магазин игрушек. Пока! Бьянка, сегодня к нам придут гости. Нужно надеть красивое платье. К нам идет Смарта. У этого платья сзади кнопочки. Давай запустим. Один. Два. И три. Будь здорова! Будь здорова! Ты такая красивая! Кто пришел? Пойдем открывать дверь. Привет, Маша! Привет, Бьянка! Хочешь, я покажу тебе игрушки, Бьянки? Это погремушка-жираф. Смотри, он может переворачиваться. Это мартышка. А Бьянка любит с ней играть? Да, Бьянка сейчас только учится фокусировать взгляд. Смотри. Но лучше всего малыши видят игрушки красного цвета. Смотри. Два сердечка. Один и два. Молодец! А я тоже принесла Бьянке подарок. Подожди, сейчас я его соберу. Вот. Эта игрушка называется «Мобиль». Здорово! Давай ее включим. Сейчас поставлю свою любимую мелодию. Какая красивая музыка, правда, Бьянка? Может быть, ты заснешь? Спасибо тебе, Смарта.
Приходи снова в гости на канал «Как мама» и смотри наше шоу. Привет, Бьянка! До новых встреч!